А следующая песенка будет по своей тематике морская, как и положено на этом фестивале. А что будет? Так, значит, и эта песня на самом деле посвящается таким мифологическим существам, как русалки. Дело в том, что меня на эту песню в свое время вдохновила сказка Оскара Уайльда «The Fisherman and His Song».
Спасибо.